Молодежный совет и родной город Сингисепп я их приветствую. Вверху спарит мне логики. Девчонки, как всегда, украсили свою школу. Молодцы. И вторая команда ОПГ «Фосфорит» Солянка. Они тоже здесь на месте. Я вижу здесь салон красоты «Заводной апельсин». «Фортуна» ООО «Кингисепп» «Ремстройсервис». Здесь я вижу. Спасибо. Если две команды дают правильный ответ, то этим двум командам я задаю следующий вопрос из блица. Взлетев на комод, смотрит на часы в ожидании скорого свидания. Назовите ту, чьего появления он ждет. Время. Коты принадлежат к категории, которая у людей большинство. А кошки принадлежат к категории, которая у людей представляет меньшинство. Назовите эти две категории. Что любой человек, имеющий отношение к уимблдонскому турниру, в дни турнира начинает утро с этого. Это можно назвать тремя словами, начинающимися на одну и ту же букву. Напишите второе и третье из этих слов. Время. Очень сложное требование по ответу, поэтому я его упрощаю. Итак, «Спортэкспресс» утверждает, что день уимблдонского турнира – раннее утро. Человек, пусть он будет теннисист или тренер, начинает утро с черного чая, с прогноза погоды, с Tea Times, раннее утро, зарядка завтра, хороший вариант, «Спортпресса» и прием-подача. То есть, видимо, тренировка. По-моему, есть вариант Владимира Валерьевича. Нет, там же было четко сказано, что с одной и той же буквы начинается. Да. Наверное, с прогнозом погоды очень хорошо ложилось просмотр программы передач. Просмотр программы передач. Прекрасно. Если сначала я прослушал прогноз погоды, увидел дождь. Понял, но уимблдонский турнир отменяется сегодня, и поэтому у меня будет просмотр программы передач. Владимир Валерьевич прекрасно ориентируется в уимблдонском турнире, потому что правильный ответ – это прослушивание прогноза погоды, и мне нужно было от вас только прогноз погоды. Это самое главное. А парни у вас замечательные. Федор пообещал нам победу, что на этом сезоне мы выиграем. Он наш обидал. Да, все, спасибо ему огромное. Третье место получает команда, впервые выставившаяся с третьего. Это команда салона красоты «Заводной».